Очень много вопросов поступило за последние там, несколько часов, даже не говоря уже о последних днях, да. Какие планы, какие перспективы ожидают участников, как быстро они смогут заработать и вывести деньги для того, чтобы протестировать и понять, что все работает, что никто никого здесь не собирается обманывать, естественно. Вот. Как все это будет происходить? Такие вопросы мне вообще никогда никто не задавал, честно говоря. Про Отлично. планы, про какие-то вот такие обходные пути. Я всегда работал и работаю, и продолжаю работать, и буду работать, слава Богу, дай Бог. Напрямую, открыто и честно. Все, что я делаю максимально честно. Понятно, к каким результатам это может привести. Какие-то ошибки бывают, это у любого человека они могут быть. Но ни один проект я никогда не бросаю. Любой проект, который я начинаю делать, это говоря и о проекте, и о деле, я довожу до конца. Независимо от того, в каком он состоянии находится. Моя задача, раз ты этот проект родил, в числе команды, в том числе, это святая обязанность у меня лично. Ну, наверное, это кто меня близко уже знает, это они подтвердят на 100%. Может быть, даже и кто не близко. Вот это как бы кратко. Но я не буду говорить о цифрах, сколько могут заработать, как могут заработать. Поэтому это все подробно расписано в маркетинге, который благодаря тебе, в принципе, был составлен. Спасибо большое. Значит, Александр, я новичок, да, здесь, не в курсе. Вы основатель, да, проекта? Я один из основателей, да, с 2013 года. Но я основал саму компанию WebTransfer по денежным переводам в 2006 году. А в 2013 году и в 2014 мы запустили уже с моими партнерами и друзьями, запустили уже как кредитную сеть. Понятно, понятно. Благодарю. И вот так до этого времени мы, в принципе, общаемся с моими самыми близкими, кто стоял у истоков. Значит, неоднократно это обсуждали, каким образом запустить, в каком лучше это будет, должно выглядеть в виде, как это должно работать, чтобы учесть все прошлые ошибки, централизацию в том числе, и, значит, там и какая-то была и недобросовестность со стороны сотрудников, и, значит, в том числе и ну, много моментов, таких моментов, которые мы на сегодняшний день учли. Много моментов. Мы будем, в принципе, постепенно, я буду стараться давать видео какие-то, может быть, короткие видеозаписи и буду отправлять в чат на английском, на русском, на каком удобно, на испанском могу. Да, да. Александр, один вопрос. Да, пожалуйста. Я думаю, всех заинтересует, просто я представления пока мало у меня, да, о проекте, поэтому спрашиваю. Я как понимаю, всем новичкам, кто заходит в проект, выдаются в подарок, так скажем, типа $150, да? Это вот кредитный бонус, проект... он выдавался и раньше, он выдается и сейчас, и будет выдаваться всегда, да, для изучения системы. Да, да. Вот сам проект, вот откуда берет средства, чтобы выплачивать... Так как, эти кредитные бонусы выдаются для изучения системы, все средства крутятся внутри самой системы. Они никуда не выходят. Поэтому эти средства по умолчанию под страховку берутся, выдаются. Соответственно, тут открыто. Вот сегодня, да, вот мы прямо забираем их сами. Раньше, когда мы работали в веб-трансфере только на долларах, мы, соответственно, выдавали кредитный бонус у нас также в системе. Там у нас было все перемешано. И кредитные бонусы, и, соответственно, собственные средства, которые люди пополняли свои кабинеты и выдавали взаймы. В том числе мы выдавали даже кредитные бонусы, когда участники выдавали. Их брали люди с карт. Но в этом случае, на сегодняшний день в системе, у нас это как бы идет тестовый игровой опыт, поэтому мы даем просто зарабатывать. И, грубо говоря, это наши средства, направленные на раскрутку, на маркетинг проекта. Понятно, понятно.
благодарю. Угу, спасибо. Дальше. Пожалуйста. Алло, Алексей. Алло. О, сейчас должно быть слышно, да? Да, да. Хотел привести маленький пример для того, чтобы все понимали в округе, да, что сейчас с интернета, допустим, завести лида, лид, да, знаете, что это такое? Да, это да, человек, он так, это даже не человек, да, это контакт, который заинтересован предложением. А чтобы довести этот контакт до продажи, да, то есть нужно еще потратить время и какие-то средства, которые будут выплачены менеджерам, которые доведут этого контакта до продажи. И такой лид в интернете сейчас, чтобы, ну, скажем так, заинтересованный лид, он стоит $1.5-2 доллара. $1.5-2 доллара. И не факт, что он дойдет до продажи. Сейчас компания WebTransfer тратит там 1.5-1.8 доллара на то, чтобы привлечь такого же заинтересованного лида, но это уже лид, который прям заинтересован осуществить покупку. Поэтому спрашивать сейчас, откуда деньги, да, и на что будут потрачены деньги, то вот вопрос вам прямой. Да. Можно запустить органический трафик в интернет, да, и привлекать оттуда лида, и потом объяснять ему, там, рассказывать, очень, потратить очень много времени на то, чтобы преподнести ему программу. Либо здесь мы это делаем каждый сам напрямую, и компания благодарит каждого, да, давая ему за ну, эти рекламные средства, тратят на нас уже. Да, то есть, и чем активнее, чем быстрее человек проведет работу, тем больше денег он заработает. Вот вообще такое. Наши планы... Спасибо большое, Алексей. Это на самом деле наидешевейший вариант на сегодняшний день поднять любой бизнес, да? Ну, скажем, особенно в нашем случае, особенно в этом случае, что сегодня это многое происходит в Телеграме, это конкретные целевые лиды, да. И это, в принципе, недорого и, в принципе, очень быстро, главное. Очень быстро. Наша основная перспектива вообще, почему мы, в принципе, должны даже соблюдать, сдерживать по максимуму, ну, до определенного уровня, участники, соответственно, да, ставки по реальным займам, да, я не говорю по бонусным, потому что по бонусным мы все равно, как можем, мы их регулируем, потому что мы не даем сделаться ставкам очень дорогими, чтобы не обойти этот бюджет, да, но и делаем такую доходность, чтобы это было выгодно участникам, с учетом 5 уровней, с учетом своего бонуса за регистрацию и за младшего партнера, за приглашенного лично. Наша основная задача на сегодняшний день создать такую P2P-систему глобальную, да, мировую, где, в принципе, в соответствии есть такая модель кредитов союзов у нас прописана в white paper, в белой книге, куда могут любые люди присоединиться. Кредитные союзы – это, по сути, в мире, это как, допустим, на территории России или СНГ – это кредитные кооперативы. Допустим, в Америке это кредитные союзы, это как банковские учреждения, где собственниками являются физические лица, где поручителями же являются этого кредитного союза эти же физические лица и заемщиками только эти же физические лица. То есть другой какой-то со стороны прийти, допустим, в веб-трансфер и взять займ без ничего, без того, что он первоначально не выдал займ или заработал себе какую-то репутацию, когда с ним могут поделиться старшими партнерами или вся сетка может поделиться, грубо говоря, ему нужно для займа $50. У него нет займа, нет рейтинга на сегодняшний момент, но ему нужны деньги. Ну вот он находится участником в этом кредитном союзе, где каждый может поделиться с ним одним баллом, одним кредитом, скажем так. Соответственно, он получает рейтинг 50, ну или там какой-то там 100, грубо говоря, и может получить этот займ. То есть, грубо говоря, диверсифицированные были поручительства, вроде бы и немного потеряли члена его кредитного союза, но как бы выручили человека. Дальше уже, понятно, этот человек, понятно, не то, что сегодня только пришел, присоединился и попросил выдать мне займ. Такого не бывает в кредитных союзах. В
кредитных союзах работает только так, и как бы в кредитных сетях взаимного кредитования, только после того, как ты сам показал, что ты также и заемщик, и ты такой же ответственный, значит, в виде кредитоспособности человек. То есть мы не какая-то микрофинансовая компания, мы не банк, который дает под какие-то там рейтинги каких-то компаний кредитных, залоги какие-то. В общем, таким образом. И у нас, значит, задача, стратегия такая, ну, я думаю, через годик выйти по-серьезному на Европу, на южноамериканские рынки. В Америке мы пока что не планируем работать, но у нас партнеры планируют открывать кредитные союзы в Америке, выйти на Азию и таким же образом через взаимное кредитование расшириться по максимуму. Уже учитывая все наши прошлые минусы, какие-то знания от того, где мы могли потерять, как мы могли потерять. В общем, в двух словах вот так. Спасибо. Алексей? Да, я здесь. Александр, скажи, пожалуйста, несколько слов о токене. Какое предназначение токена, что с ним будет и куда идем с этим токеном? Значит, веб-токен – это не просто токен, чтобы собрать деньги или, значит, как учредителям. У нас здесь нет учредителей на сегодняшний день. В нынешней модели социальной сети, в том плане, что она децентрализованная, нет компании как учредителя. У нас есть компания как разработчик, да, но это не компания, которая управляет средствами участников, как это было раньше. Раньше мы имели лицензию в Великобритании на денежные переводы. Эта компания была оператором между участниками по выдаче и получению займов. То есть она переводила, она выпустила карты дебетовые, с которых эти средства переводились. На сегодняшний день любая и компания, и физическое лицо, частное лицо или ассоциация, я не знаю, хоть кто, они могут участвовать в сети как равноправный партнер. Участие это не в виде акций компании, не в виде там долей в этой компании, которая позволяет голосовать в самой компании, как совет директоров. Сейчас у нас элемент управления это веб-токен. Значит, что дальше этот веб-токен? Мы планируем раздать максимум токенов. Это примерно будет 70-80% участникам. Вот тем участникам, которые зарегистрируются у нас в веб-приложении. И, конечно же, они будут участниками телеграм-группы, телеграм-канала. Это в первую очередь. Даже не важны, нам не настолько важны соцсети, те централизованные, скажем так. Нам важен телеграм. То есть наша задача собрать в телеграме сообщество. У нас есть примеры сегодня на Ноткоине, допустим. Он классический пример показал, как он 80% намайненных токенов раздал своим участникам. Значит, примерно похоже, как мы хотим сделать по токенам. Что будут получать владельцы токенов, кроме того, что покупка, продажа, ну там эти классические вещи с токенами. Каждый владелец токена, у нас white paper прописано, каждый год будет получать выплаты от страхового пула, куда концентрируется 25% от успешно возвращенных займов. Каждый участник будет получать дивиденды. То есть, грубо говоря, это такой не просто токен, который растет, падает, но он реально обеспечен выплатами, частью выплат от заемщиков. Ну, то есть, грубо говоря, от всех участников самой сети. Возможно, мы пересмотрим это. Это будет не год, мы можем сделать это ежеквартально. В общем, вот вкратце и все решения на уровне системы, на уровне кредитной сети будут предприниматься только через голосование. Мы сделаем специальную платформу, которая будет позволять голосовать. Есть такие платформы уже, в принципе. Вот любое предложение будет рассмотрено после наличия какого-то количества. У кого их будет меньше, они могут присоединяться к пулам. Вот, в общем, таким образом это будет работать. Ну, соответственно, там процентов 10, 15, 20 это останется команде на какие-то бонусные дела, на поощрение. Вот у нас как там есть система, за каждый выданный займ будут выдаваться веб-токены. На сегодняшний день это веб-кредиты. Грубо говоря, это будущий токен. Вот в двух словах опять. Спасибо, Алексей. Здравствуйте, могу ли я задать вопрос? Добрый вечер, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Станислав. У меня к вам такой вопрос. Смотрите, сейчас есть очень много новых пользователей, которые хотят посмотреть, вообще пощупать
что будет происходить с проектом. Мы, как знаем, 14 дней, через 14 дней мы получаем этот процент. Вы думали о том, что через 14 дней поступит такое количество людей, чтобы она не сломала вам ваш сервер? То есть, ну, конечно, вы понимаете, Да, конечно, мы это все рассчитали, конечно. По серверу мощности достаточно, по всем остальным делам все перестраховано, спрошено у разработчиков, у программистов, у админов. Все окей там. То есть, как я правильно понимаю, вы рассчитываете на то, что через 14, ну, то есть через 2 недели придет такое количество людей, что оно вам просто не поломает ваш сервер, будет все окей. Насколько я знаю, сейчас люди, которые не понимают сути вообще проекта и увидят свой доход через 14 дней, понесется просто такое, что, ну, вы сами понимаете, которые люди пощупают уже денежку, они поймут, что можно зарабатывать на проекте и будут делать все для того, чтобы привлекать все больше и больше и больше новых людей. Станислав, мы это проходили и в 2014 году, и постоянно увеличивали мощности серверов. Поэтому здесь, пожалуйста, не беспокойтесь, все будет нормально. Спасибо. Будет. Пожалуйста. Если в 2014 году смогли собрать больше 10 миллионов пользователей, то сейчас, поверь, сервера есть помощнее и выдержит нагрузку и 20-30 миллионов. Поэтому все нормально. Так. Может быть, есть кто-то еще, кто хочет задать вопрос? Воспользуйтесь этой возможностью. Задайте вопрос сейчас, чтобы он не мучил вас всю дорогу. Ну, мы не последний раз, но поэтому лучше, конечно, задать, кого какие-то вопросы интересуют. Если кто-то не может говорить, нажмите там поднять руку, я дам возможность включить микрофон. Хотя он, по идее, у всех включается. Может быть, просто сегодня хотели первый раз познакомиться. Такое тоже может быть. Да, извините. В принципе, можем проводить такие вебинары, ну, раз в месяц там хотя бы. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Да, меня зовут Рустем. Я извиняюсь, мне что-то еле подключился, выкидывало меня все это дело. Сейчас, возможно, вы уже озвучили это. Я хотел узнать вообще о вашем бэкграунде, да, вот немного, буквально 2-3 слова. Расскажите немного о себе, как вообще зародилась идея всего этого дела. Я так понял, что вы давно уже практикуете эту тему. То есть 10 лет назад у вас был громадный опыт, а потом что-то произошло. Что именно, я не знаю. Наверняка вы уже учли всякие те прорехи, ошибки, ямы обошли, получили что-то интересный опыт. И вот это вот хотелось бы услышать вас. Расскажите, пожалуйста, 2-3 слова. Началось это элементарно. Уже мы об этом рассказывали много раз. Мой друг, партнер рассказывал в 2014 году, в 2015. Это началось на самом деле на пляже в Таиланде. Когда мы оказались без копеек, и нам помог какой-то парень, грубо говоря. Мы с утра пришли, значит, отдали ему там на 10 долларов, 15 долларов. Ну, он сказал, хорошие проценты, в принципе, без банка, без ничего я могу разработать. И вот как-то мы задумались. До этого у меня была микрофинансовая компания, которая выдавала займы. Значит, ну, меня вот как бы такой масштаб не удовлетворил в плане того, что, ну, на уровне компании выдавать вот эти займы, такие займы людям, ну, как бы мне вот чуть противоречило как бы моей позиции. В общем, я решил, значит, бросить ту тему. И вот когда мы с другом этим занимались, мы решили вот создать такую P2P-систему. Такие P2P-системы уже работали на Западе, в Америке, в Англии. Мы частично оттуда взяли опыт, но сделали ее социальной. Чтобы, хотя у нас в то время и были компании, которые обслуживали сам веб-трансфер как социальную сеть. Кто-то карты выпускал, кто-то деньги переводил, кто-то маркетингом занимался. Но, в принципе, мы первые сделали в те года саму как сеть, социальную сеть. Там, если вы, может быть, знаете, вход был для всех участников социальных сетей, без лишних регистраций. И, пожалуйста, эти участники социальных сетей могли общаться, брать займы. И это послужило... А вот такой как бы
очень мощной раскруткой в социальных сетях. Тогда Телеграма не было, но в социальных сетях в то время и в Ютьюбе просто гремело за очень короткое время. Меньше чем за год уже, ну вот, я куда приезжал, и в Америку, и в Европу, люди занимались, которые меня не знают даже, и мы вот, друг мой сидит здесь, мы в одном, были в одной стране, нам тоже как-то сказали знакомые, есть такая система, знаете, тут люди выдают займы друг друга, вот мы так друг на друга посмотрели. В общем, вот у нас так это получилось сделать. Да, проблемы были, проблемы мы учли. Я на самом деле еще раз хочу повторить, что я человек такой, который проблем не боится. Я всегда до конца стараюсь довести дело до конца. Вот и открытие этого веб-трансфера 2.0 2024. Как Отлично. Бы есть люди, которые могли бы открыть с другим названием, использовав там еще что-то. Но так как лично нам скрывать нечего, бояться нечего, да, мы ничего не участвовали в том плане, как вот люди там говорят, там убежали, там специально обманули, у нас такого вообще не было. Поэтому Отлично. Как бы вот так, наверное, закончу. Да, мне очень приятно, спасибо вам большое. Спасибо большое. Такой еще вопрос, а есть система регуляторов и так далее, вот они как на это смотрят вообще? Не создаете ли как-то проблему никак, тем регуляторам? Никак. Так как мы займы выдаем только в криптовалюте, так как через децентрализованное приложение, это смарт-контракт, поэтому это не компании возглавляет этот проект. Компаний, вот вас не было, я сказал, что компании это такие же партнеры, как частные лица в проекте. Такие же. Они через систему владения веб-токенами будут участвовать в проекте. И... Отлично. Дальше. Отлично. Я тут полагаю, что запись у нас идет, да? Мы можем эту запись потом прослушать еще раз? Конечно. Запись идет. Спасибо, Алексей. Я сказал, да, вначале, что я упустил, меня выбивало, никак зайти не мог. Еще такой вопрос. Mm-hmm. Я так понимаю, что кредитование, это значит, человек пришел, получил какую-то сумму денег, там, в тонах, к примеру. Да, в тонах тут получается. В тонах, да, сейчас пока в тонах, да. В тонах, хорошо. Буквально вот 10 секунд. Я, допустим, mm-hmm. вот я пришел, человек с улицы, я пришел, зашел, и кредитование, я понимаю, что здесь тебя кредитуют. Это каким образом я могу их вывести и куда-то запулить, работать с ними или что? Или они здесь же остаются и должен кредитовать дальше? Вот я до этого как раз про эту систему говорил. Мы не банк, мы не микрофинансовая компания, которая выдает под рейтинги, под залоги займы, первому встречному или там под паспорт, по документу, да? Мы выдаем, у нас это взаимное кредитование. Или как так. Участники создают кредитные союзы только после наработанного рейтинга, тобой же выданного займа. Вот такая система как бы работает в мире. Угу. Так, ну получается, в системе человек получает эти тонны. К примеру, здесь у меня вот сейчас приходит, я вижу, там буквально час назад где-то я зарегистрировался. Угу. И уже начали люди приходить, и я вижу, что на накопление это там 100, там 200 тонов. Я их сразу опять кредитую дальше. Вот. Ну, у вас сейчас не тонны, у вас сейчас бонусные доллары. Это доллары бонусные для того, чтобы вы... оттестили систему, угу. научились выдавать, ну и дальше там, кроме бонусных, есть то, что вы получаете за регистрацию, вы получаете за приглашение, есть там остальные инструменты, как веб-кредиты, там это будущие токены. Это все для обучения, изучения. Ну и, соответственно, если вы зарабатываете прибыль от этих бонусных, которыми вы вознаграждаетесь, вы, соответственно, ее можете вывести, да, в тонны уже хоть куда и завести заново или... А через какое время начинает прибыль поступать? Какие должны быть здесь условия? А бонусные займы из бонусных средств выдаются на 14 дней по умолчанию, под страховку и по умолчанию. Соответственно, вы через 14 дней получите этот свой доход и от любого займа своего. Через 14 дней у вас начнут приходить. Значит, у нас вывод бонусов идет не менее чем через месяц. Я сразу хочу тут объявить и предупредить, чтобы потом не было каких-то двуобъяснений. Вы можете их вывести через месяц. Значит, начисление вам происходит с 1 по 5. У вас начисление, точнее, будет в кабинете уже идти, вы увидите там прибыль после выдачи.
Там немножко это надо будет переделать. Но, возможно, мы сделаем, возможно, я вчера задавал вопрос разработчику, может быть так, чтобы люди не сидели с этой прибылью и ждали вывода, а дать возможность еще ее вкладывать в займы, так, чтобы наращивать уже вот эти $10, хотя бы минимальный свой, минимальную сумму вывода. Вот, вот таким образом. А какие масштабы могут быть здесь выводов денег? Какие суммы? Ну, у нас в трансфере выводились в те годы суммы, ну, там, сотнями тысяч долларов, я знаю, выводили. Да вы что, вот это да, это что-то фантастическое. А здесь я, а сейчас я только вижу, здесь сейчас такая динамика начнется, потому что люди наверняка соскучились по таким интересным проектам, где могут... Без сомнения начнется, без сомнения начнется. Теперь вопрос... Первый вопрос. Я так понимаю, с русскоязычного поля начинается старт, да? Ну, это как бы самое активное в мире считается, русскоязычное. Самое голодное. Да, самое активное, самое, значит, знающее, самое... Свирепые люди, да, здесь, которые готовы рвать на своем пути к своему, идти к своему успеху. Молодцы, ну, это круто. Молодцы. Это круто. Да, мне это интересно. Мне главное, чтобы мое сообщество, которое у меня есть большое комьюнити, чтобы они тоже получали за действительно выгоду и поняли. Конечно, пошаговая инструкция нужна для того, чтобы они понимали, чтобы минимизировать наши временные затраты, не объяснять долго. А вот там если ваши есть... Там уже так... есть, я извиняюсь, там уже есть инструкции, коротко записанные на мобильник. Отлично, отлично. Как это работает, просто там не нужно привязываться к ставке. Если там написана одна ставка, это как бы не факт, да? То есть ставка, она прыгает. Может выше, может быть ниже. Допустим, по ночам она может быть выше, по утрам или по дням, когда их завал этих бонусных идет, она может быть выше, да? В общем, ну да, нужно ставку смотреть, там есть специальный раздел, какой самый больший объем популярный по выдаваемой ставке. Ну и ставку можно всегда менять. Выдали, не взяли, вы можете поменять. Где-то повысить, где-то понизить. Ну так, честно говоря, еще не вшурупился, как говорится. Я думаю, через недельку вы уже все поймете прекрасно. Иншаллах. Александр, хорошо, привет. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое. Александр, приветствую. Приветствую. Такой вопрос. Если, допустим, сейчас свои, ну, вложения уже делать, я имею в виду, со своего кошелька, то там какая ставка будет? Такая же, ну, примерно 0,25, там 0,20? Она, в принципе, я думаю, что она средняя ставка будет. Это уже там, вот, ту ставку мы не регулируем. Ту ставку мы не регулируем. Она складывается из спроса и предложения. Если нет спроса... Ну, то есть я там могу и 0,5 поставить, если возьмут, то возьмут, если не возьмут, то можете уменьшить, да? Можете поставить 0,5 и сидеть, посмотреть там, да-да-да. А я правильно понимаю, там от $80, да? Там от одного тона. А, от одного тона? А, один или два, или два тона. Один тон, вот... это где-то $7 или $8 стоит сейчас. А, смотрите, вы не договорили по поводу реферальных. Они будут считаться вывод, вы говорили, месяц от законченного времени, ну, то есть 14 дней прошло, и от них еще месяц. Или же все вместе, то есть... Все вместе считается. Начала... Если вы попали в эти дни с 1 по 5, значит, вы выводите. А вот вывод вообще происходит, получается, денежных средств, если, допустим, я свои вкладываю, он также с 1 по 5 число? Нет, свои вы на сколько дней вложили, мы говорим только про бонусную прибыль. То есть, на своих деньгах я регулирую от 3 дней и выше, да? До 30, там нет разницы. А 30 дней проходит, мне обратно возвращается мой депозит и плюс проценты, так? Да, все правильно. Сейчас какие-то преимущества я буду иметь в том плане, что, допустим, у меня команда сейчас 450 человек, я сейчас закину, допустим, штуку баксов, и я от них что-то буду получать, если они не будут вкладывать, допустим, пока деньги, или не буду? Нет, вы от них не будете получать, вы от них будете получать только что касается бонусной прибыли. Бонусов, но. Да. А если уже они будут вкладывать, вы будете также по этой пятиуровневой программе получать также 20%, 10, 5, 3, 3, соответственно.
Хорошо, понял, спасибо. Угу, пожалуйста. Спасибо. Короткий вопросик. Почему 10 лет назад прикрылись, отдалились? Ну, прикрылись первый раз. Были списания. Так как у нас была централизованная система, когда у нас были моментальные выводы с кошельков, когда люди начали выдавать. Изначально у нас вывод был вручную. То есть были админы, которые каждый день садились, там через 24 часа или через сколько-то. У нас летом произошли несколько раз двойные и тройные списания. Потом, руку на сердце говоря, положу, у нас арестовал банк огромную сумму денег, несколько миллионов долларов, значит, которые лежали, как у нас, гарантийный фонд. Вот эти две были. Потом дальше мы продолжили работать с кредитными, с пластиковыми картами, когда выпустили карты. Там дальше Visa изменила условия для криптокомпаний. В то время мы уже начали тестировать крипто, отменили. Ну, соответственно, проект сам по себе, из-за того, что мы полностью перешли на карты, он сам по себе, можно сказать, там заставил долго жить. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, вам спасибо. Александр, это снова Станислав. Еще такой очень интересный вопрос. Смотрите, вот эти все бонусные средства, которые мы выдаем взайм, да, и в чате у нас пишут, там улетело за 20, там 0,27, 0,25. Этими бонусными средствами пользуются люди, которые могут брать кредит? Или это, как это происходит? Нет, это я уже до этого объяснял, что бонусные средства на сегодняшний день у нас, пока мы не запустили, допустим, тот же USDT, USDT, бонусные средства у нас, мы сами, система сама их забирает, там ротирует процент в зависимости от спроса и предложения. Так как эти бонусные средства предназначены только для изучения системы, как выдать займ, как разобраться, на сколько дней. Поэтому мы упростили, и так как мы начали вот буквально, и нам нужно быстрее развиваться, мы упростили систему до самого простого. Таким Понял, образом. Спасибо. Пожалуйста. Хотя в первом веб-транспорте, насколько я помню, обычными участниками тоже забирались и бонусные средства. То есть было понятно, что это бонусные средства. Вообще в первом веб-трансфере, Алексей, грубо говоря, компания выдавала через вот этот механизм, через механизм, тоже руку на сердце, да, через физических лиц выдавала займы, ну, кто, где был спрос, в общем. Ну да, 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 было. Ну, то есть это нормально. Да. Поэтому зарабатывали все, перекладывали свои займы на подбольшие проценты, все улетало, все работало как вообще ураганом. Ну, там были системы и кредит на арбитраж, что мы тоже планируем ввести попозже, немножко в другом виде, наверное, тоже упрощенном. Но, в общем, для тех, кто хочет как-то какого-то там, скажем, более риска, более, значит, высокого заработка, да, мы тоже предложим такой вариант, это будет так же, где-то застраховано, где-то не застраховано, где-то часть застрахована, в общем, такое тоже будет. Ну, отлично. Я слышал еще такое, что планируется еще и сайт дополнительно, да, открыться, чтобы было больше функционала. По сайту работа идет, я пока не могу сказать, когда она закончится. Значит, на сайте будет смарт-контракт для токенов и для криптовалют в виде там Solana, USDT на Solana. В общем, грубо говоря, то же самое, но немножко он будет усложненный. Он будет внешне похож, напоминать старый веб-трансфер. Такой же интерфейс, чтобы, в общем-то, понятный и полюбившийся людям. В общем, похоже на... Но опять с учетом новых, значит, влияний. Ну и также, я так понимаю, что в ближайшее время и карты запустятся новые, да? То есть будут криптокарты, мультикарты. По картам, значит, какая ситуация? Значит, как написано в белой книге, карты могут выпускать любой кредитный союз, локальный, грубо говоря, по стране, по территории. Сейчас карты выпустить не проблема. Тем более сегодня, в принципе, карты можно выпускать не пластиковые, а достаточно выпустить виртуальную карту. И, в общем-то, просто сейчас ситуация так быстро меняется. Telegram запустил проект, по-моему, это телеграммовский проект. Он называется как Собака Wallet, да? Он называется Собака Карт. То есть к Telegram будет привязана виртуальная карта, где любой участник Telegram может привязать эту карту и любую криптовалюту туда заводить, выводить и рассчитываться. Поэтому тут... В этой части как бы мы сами заниматься картами не будем.
Да, ну какие-то, если кто-то пожелает, пожалуйста, поможем. Именную можно выпустить человеку карту, да? Да, прошу прощения, можно задать вопрос? Да, нужно. Вот я только буквально недавно зарегистрировался, у меня большое сообщество есть. У меня следующие вопросы. Прочитал вопросы и ответы, раздел факт. Вот, там не увидел по поводу, как вот взять займ. Написано, что вам необходимы какие-то сертификаты. Что за сертификаты? У меня много людей, которые нуждаются в займах, они собираются их отдавать, тут 100%. А в чем выдаются займы? В тон, в криптовалюте тон, правильно же понимаю? Вот да, да. Займ выдается на сегодняшний день только в тонах. Попозже будет USDT на тоне. Это хорошо, касается... так нашему сообществу это необходим тон, да. Необходим тон, все верно. У нас очень много людей, которые готовы брать микрозаймы, там до 10 тонов. Также их очень быстро отдавать и выплачивать людям, которые предоставляют эти займы, их проценты. Тут без проблем. Вопрос лишь в том, как выдается этот займ. Я так и не понял, почему без сертификата он не выдается, и как заработать этот сертификат, как его получить и так далее. Потому что я вот до этого уже говорил, что у нас не классическая банковская компания, да, и не микрофинансовая компания, которая выдает займы под залоги, под рейтинги, да, какие-то там кредитные. У нас взаимное кредитование. Есть в мире такое понимание, система, да, либо как кредитные союзы, либо взаимные кредитные, кооперативы, грубо говоря, да, ассоциации, где каждый участник, там не может взять займ не участник этой ассоциации или союза, да, значит, и эти участники, они все изначально друг другу выдают займы. Ну, допустим, ты сегодня выдал займ как участник, вернул этот займ. У тебя хороший рейтинг кредитный, хороший кредитный союз. Имеется в виду партнерская сетка, да? Это у нас называется кредитный союз. Какой-то участник захотел получить займ. В первую очередь этот участник может обратиться в свой кредитный союз, чтобы, если у него рейтинга еще нету, чтобы члены его союза, партнерской сетки, могли поделиться с ним своим рейтингом. Грубо говоря, 450 человек, у них рейтинги по 50, допустим. Грубо говоря, у них по 50 выданы займы. Там я не помню, какой это рейтинг будет, да? Каждый участник может поделиться с ним, 450 человек, одной долькой своего рейтинга. И этот человек, у которого до этого не было, может получить под рейтинг старших или членов своей сети партнерской, может получить займ. Вот таким образом это пока работает. В дальнейшем это будут социальные рейтинги еще. Тоже там подробнее white paper. Ну, смысл уловил, все понятно. Как раз-таки у нас тоже большое сообщество, и мы готовы как бы делиться рейтингами для того, чтобы помогать людям, ну, зарабатывать с помощью займов. Ну, знаете, как при случае. Взял деньги, заработал на них, вернул, да. Потом снова увеличил капитал свой и так далее. Кредитные кооперативники такой. Да, да, окей, да, это чистая модель кооператива, да, да, да. Супер, спасибо. Пожалуйста, вам спасибо. Алексей? Если вопросов больше нет, то можем на сегодня завершить нашу встречу. Да, запись, можно? Запись, пожалуйста, ладно, Алексей, скинешь потом? Обязательно. И под конец хотел бы задать, Александр, если можно, вопрос Алексею. Я так понимаю, что он старый воин. Какие бы он какие-то советы, может, посоветовал всем, какие-то рассказал бы, может, свой какой-то опыт, ну, чем-то бы поделился своим, чтобы люди понимали, так как он есть старый воин, чтобы к чему-то стремились. Я посмотрел тоже его всякие там истории, всякие посты, то есть у меня есть стимул стремиться, и уже это довольно-таки неплохо. И я хотел, чтобы он поделился с большой аудиторией, которая сейчас находится на этом эфире. Это вопрос к Алексею, да? Да. Ко мне. Да. Спасибо. Спасибо, Станислав. А поделиться чем? Поделиться только тем, что на старте всегда нужно вложиться максимально. То есть максимально нужно оповестить свою аудиторию о том, что ты начал, какую идею ты несешь в люди, да? И сегодня именно идея веб-трансфера, она и 10 лет назад была актуальна, и она и сегодня актуальна, и через 10 лет будет актуальна. То есть всегда людям нужны деньги, быстрые деньги, и всегда человек хочет заработать деньги, да? На фоне всех тех скамов, которые вокруг нас постоянно летают, да, то есть вышло что-то непонятно что с какой-то легендой, с какой-то
непонятной историей. Проработала 2-3 месяца, полгода, ну год там максимум, если повезло. Все, нету никого, ни денег, ни админов, никого. Да, то есть здесь все открыто, все понятно, все ясно. И улучшенная модель того трансфера, который был, она преподнесется здесь каждому человеку. Да? То есть вы еще увидите ту задумку, которая дозревает, скажем так, и будет вынесена, ну, по-нашему, скажем, по-харьковскому, на гора. Вот, то есть до людей, да, то есть в готовом виде. Вот. И не нужно ждать, не нужно смотреть и чего-то там, да, выжидать, скажем так, как это будет работать. Лучше всего это проверить своими, скажем так, на себе, да. Иначе произойдет следующее. Пока ожидаешь и смотришь, и смотришь в то же время, как твои люди мимо тебя летят. И потом они же тебе скидывают предложение: давай, друг, начнем хорошее дело. И все так оно обычно. Поэтому здесь много уровня, да, ступенчатая такая система. 5 уровней, да. Да, 5 уровней. Да? То есть, первую, получается, первую линию ты хочешь сколько людей можешь подключать? Вот 1000, да? Нужно, нужно. Хоть 10 тысяч. Вот, все, понял. Там, по-моему, основная рефералка идет с первой линии, как я понимаю. Да, 20% с первого уровня, 10% со второго, 5% с третьего и 4-5 уровень по 3%. Да, Алексей, Александр, вот вам вопрос. Как я понимаю, здесь человек может увеличить свой заработок двумя путями, так скажем. Это партнерская программа и плюс прибыль от займа, да, еще раз многократно ее не выводить, а она же у нас накапливается, да, растет, и тем самым, ну, это, как это сказать, сложный процент. Капитализацию увеличивать. Да, типа сложного процента, да. Вот два пути, по-моему, как я понимаю, увеличение займа. Да, Артур, вот мы в 2014-2017 годах, пока работали, мы не то что советовали, мы заставляли людей, ну, раз такие доходы высокие, даже не капитализировать, выводите прибыль, выводите, зарабатывайте, живите сегодня, сами живите. Ну, заработали, вы купили себе что-то. Меня не было с вами тогда, я не знаю. Но сегодня вы уже с нами. Да. Приятно познакомиться. Взаимно, взаимно. Спасибо. То есть человек, который Александр сегодня... Алексей, можно будет в группу запись эфира сделать? Конечно, конечно. Да. Получается, значит, Александр, скажите, пожалуйста, человек, который сейчас активно начинает действовать, он уже может рассчитывать через определенное время, через дня 14 где-то, да, примерно, начинать видеть свои результаты и выводить деньги свои. Через 14 дней вы увидите их в кошельке. Там срок минимального вывода 1 месяц. 1 месяц. Вы можете, мы сделаем, чтобы вы эту прибыль могли не ждать месяца и не смотреть на эту прибыль, чтобы вы могли ее выдавать. Ну, я так понял, с 1 по 5 число каждого месяца вывод с бонусных денег, которые, ну, полученная прибыль с бонуса. С 1 по 5 число. Но они идут сразу на кошелек, который привязан сейчас там. Да, это пойдет на тот кошелек, который в системе у нас регистрируется, Telegram-кошелек. Просто но хочу мне сказать, вот эти, как... кошелек, Тонкипер я привязал сюда, нормально это все, кошелек? Да, любой кошелек Telegram, любой кошелек. А, все отлично, хорошо. Говорите, я перебил. Я просто еще раз хочу повторить на будущее, чтобы как раз это и запишется, и передастся. Сегодняшние займы, которые были выданы, они, грубо говоря, были выданы первые займы там несколько дней назад. Как, ну, и несколько там, сколько-то там. Мы вообще 1 июля официально заявили, что мы вышли на работу, стартанули. Значит, минимальный срок займа, вывода бонуса 1 месяц с момента получения. Потом, поэтому всю прибыль, которую вы получите в июле месяце, вы сможете вывести не раньше, чем через 1 месяц. Только не, то есть не в августе месяце. Она у вас пойдет на сентябрь. Угу. Вот сразу хочу сказать это,
чтобы все знали и понимали. Но и вы сможете ее увеличивать, выдавать, в общем, наращивать это время. Ну, а в последующем точно так же, да, алгоритм такой же будет? В общем, то есть... месяц после получения, а потом посмотрим. Сначала мы сейчас приработаемся, потом посмотрим. А, понятно, все понятно, угу. Хорошо. Адаптация ну, идет, адаптация. Да, а да, здесь да, получается, здесь ты даешь кредит каждый день, к примеру, да? Вот каждый день ты же подключаешь, или кредит даешь, кредит даешь, кредит. И у тебя, получается, в течение этого месяца, допустим, у тебя возвращается через определенное время эти все твои займы. Постоянно растянутые платежи, да. Ага, и поэтому, получается, у тебя растянутый будет выходить револьверно, так типа через месяц все это дело, каждое поступление будет. Да, это чтобы нам сейчас каждый день заниматься этими выводами, у нас это пока еще не автоматизировано, что вот это же не тонкоины, которые выдаются напрямую, это внутренние бонусные средства, да? Поэтому, когда мы все наладим, возможно, после августа, мы, может быть, и после августа посмотрим, уберем это ограничение. Посмотрим, в общем. Ничего, хорошо. Все, угу. Уже немножко становится ясно. Значит, 5 уровней, первую линию включай сколько хочешь. Все, теперь мне стало ясно. Угу. Все. Так, я понял, что сейчас могу делать, какие вещи. Александр, а подскажи, пожалуйста, сейчас какую дашь рекомендацию по поводу вложений своих, я имею в виду, как командам там донести, можно уже инвестировать, то есть... Я вообще рекомендую, как только проект наступает, стартует, нужно всегда сразу инвестировать. Всегда. Ну, то есть, вот сейчас вот тупо не ждать там эти бонусных там, ну, пусть бонусные там, ладно. Ждать у моря погоды. Да, ну, вот мы сегодня... бонусные это не лишние, ну, пусть они будут. А конечно, так уже конечно. Можно, да, полноценно работать со своими деньгами, конечно. Выводить, заводить. Конечно, все, конечно. Окей. Все. Александр, а минимум и максимум депозита какой там? Значит, минимум, по-моему, 1 тонн. Был 1 тонн, я не знаю, поменяли? По-моему, 1 тонн остался. 1 тонн остался. Хорошо. Значит, максимум получения займа у нас максимум $1000. Но инвестировать вы можете больше, потому что, ну, в виде тонн. Потому что эти средства кидаются в пул и потом раскидываются уже на эти мелкие займы. Поэтому, как бы, для кредитора нет ограничений суммы инвестиционной. Но это уже по усмотрению самого кредитора, какую там сумму он готов закинуть в работу. Ага. Александр, как я понимаю, например, я сегодня инвестирую, да, ну, например, $1000. Да. Там процесс маршрутизации идет такой же, как и займе, 14 дней заморозки. Все то же самое. То же самое, да? Самое, да. Процентовка тоже то же самое, да? Средняя примерно. Угу, понятно. Я думаю, что в будущем, возможно, изменится, как это было в этот раз, как-то короткие займы, они дороже, длинные, они подешевле. Ну, так как, угу. Понятно там. Угу. Благодарю. То есть там тоже может быть градация какая-то. Да, да. И еще очень важное замечание хочу добавить. Вот, сейчас, секунду. Смотрите, когда пишется ставка, и человек, который только зашел в приложение, он не может понять, какую ставку указывать. Там нужно подписать процентов в месяц, в день и так далее, потому что тут непонятно. Ну, то есть недоработочка небольшая. Хорошо, И это увеличит понимание большое. Вообще. Угу. Согласен. Мы вообще планируем сделать так, когда человек выдает займ, там у него будет предложение подсоединиться к такому-то пулу. Этот пул самый быстрый, но самая дешевая ставка, да? Этот средний пул, там могут средства уходить у вас достаточно большее время. Этот пул там, ну, в общем, человек сможет выбирать уже в своем личном кабинете выдачи займов. Вот. Ну, и будет видеть такую ставку, как бы. Мы не можем, как бы, сами рекомендовать, по какой ставке человек должен выдать. Но мы дадим пример ему, где самые, вот как это есть сегодня в разделе рейтинг, где у нас идет раздел процентов, это мы перенесем на личный кабинет чуть попозже, точнее, выдачу займов. Чтобы он просто нажал кнопку «Присоединиться», сумму вбил, процент у него автомат, и пошел. Всем добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня 2 коротких вопроса. Первый вопрос – это относительно вот, ожидания
прибыли от бонусных средств, это же касается только, ну, в смысле, ожидание вот это вот в течение месяца, это же касается только бонусных средств, правильно я понимаю? Это только бонусные, да, только бонусные. Да, то есть, когда человек, соответственно, выстраивает структуру, получает доход от своего выданного займа, от структуры получает за счет реальных уже денег, то есть эти бонусы, они моментальный вывод там получается, правильно? Что моментально? Там эти средства, то есть по маркетингу, который ты получаешь, ну, когда уже люди начинают инвестировать живые деньги, конечно, ты получаешь бонусы. Конечно, mm-hmm. там это же уже не бонусные. Там уже, пожалуйста, начислилось, выводится. Mm-hmm. Это относится все только понял. К бонусам. Понял. И второй вопрос. Очень много, естественно, будет, очень много будет, как говорится, пассивных инвесторов, да? А на какую ориентировочно примерно прибыль рассчитывать пассивному инвестору в месяц, скажем так? Ну, если при ставке, грубо говоря, сегодняшней, да, я не как бы за ставку не говорю, что она будет сегодня такая, завтра такая. Сегодняшняя ставка, если с расчетом того, что это 0,2%, это идет 6% в месяц минус 25% страховой фонд, 4,5% получается там, по-моему, что ли? Угу. Я понял. Но это как-то будет регулироваться, это ставка, соответственно, будет, я так понимаю, повышаться. Вот эта ставка по личным займам, она вообще нами никак не регулируется. То есть есть там спрос, предложение, это будет все рыночная ставка. Понял, благодарю. Александр, немало важный вопрос задает сообщество мусульман по проекту. Бонусные это не понимают, это в исламе уже, ну, халяльно, не халяльно, это уже там ничего зазорного. А вот если человек инвестирует, вот спрашивают. Вы инвестируете не деньги, вы инвестируете криптовалюту. Поэтому это уже где-то даже принято в каком-то исламском институте в Катаре, по-моему, что это на примере Стеллара было. Что вообще криптовалюта по факту это не деньги, оно законом практически нигде не принято. Поэтому я думаю, тут, ну, наверное, это лучше посоветоваться у авторитетного лица, но я, насколько знаю, я это читал, значит, изучал эту систему, так как у нас есть партнер тоже в Дубае и в Египте, партнеры, они зайдут с большим сообществом, эти вопросы мы тоже с ними обсуждали. Да, очень было бы здорово, если бы с религиозной стороны вот этот момент тоже очень важен, потому что много ребят... Мы в исламе очень с банками, понятно, мы с банками не работаем. Мы уже прорабатываем с ними, я извиняюсь, что я перебил, мы прорабатываем с ним мусульманские займы, тоже это на примере, там это будет типа дисконтных, но там тоже перемешано, в общем, постараемся по максимуму прийти к тому, чтобы это было удобно для мусульман. Не самое главное, чтобы это было халяльно, понимаете, халяль, дозволено. Да, конечно. Потому что нам отвечать будут. Да. Билал, тогда я после вас. А, хорошо, брат. Не, все нормально. Все. Говори, Билал, говори. А, машала. Волгушмуду, Артур. Делай это. Машала. Добрый вечер. Можно я скажу пару слов? Я из города Анталия, Турция. Скажу вам точно, я проживаю здесь 15 лет, и скажу вам точно, что все турки знают, что криптовалюта это халяльный. Да, Лена, очень любят криптовалюту, против. Я и сама тоже, поэтому это точно знаю. Да, Ленар, я имею в виду, вот люди спрашивают, я имею в виду, они намекают на то, что если бонусные, да, 50, и мы выдаем займ, то это мы же туда не вклад не делаем, значит, мы ничего не теряем, просто ждем. Мало того. Они имеют в виду, если человек инвестирует свои деньги, вот живые, вот они. Мало того, бонусные вы не только не свои инвестируете, это подарочные, от которых вы, по сути, только получаете прибыль, как компенсацию за наше продвижение. Вы и выдаете их никому, не берут займы эти, я же до этого говорил, это берет система для того, чтобы обучить сообщество работать с займами. Да. Понятно. Вроде как, мне кажется, если по горизонту проекта пройтись, вот, с моей стороны, здесь зазорного, ничего греховного я не вижу. Это, во-первых, это взаимное кредитование, это не то кредитование, как банки или микрофинансовые компании кредитуют. Здесь люди сами себя помогают, друг другу кредитуют.
Да. Но особенно криптовалютами, ну тут это, конечно, халяльно, правильно сказала. Да, вот те, кто у меня просит вот этот, задать вот этот вопрос, они намекают на то, если человек вложил живые деньги и конвертировал их в тон или еще что, без разницы. Вот живые люди, да, которые партнеры у нас или новички заходят, вот процентовка вот эта, не будет ли там проценты вот эти, вот это, ну, понимаете, да? Вот я понимаю, я думаю, что по-любому, конечно, это надо у ученых спрашивать, но это уже не идет выдача деньгами, классическими деньгами. Это уже, грубо говоря, вы можете сказать так, что вы дали фруктами, а вам человек отдал там полтора фрукта там или еще что-то там. Ну, я не знаю, это можно пример привести или нет? Да. Ну, я так и передам. А дополнение, пусть человек обратится к имаму. Конечно, да? Конечно. Лучше обратиться, конечно. Хорошо, благодарю. Угу. Пожалуйста. У нас там еще ребята поднимали руку. Олег Зайка, Галина Тюменцева. Хотели что-то сказать? Я включил. Друзья, разрешите один вопрос. Смотрите, я так понимаю, что сервера у вас российские, и нужен VPN. И, скажем так, Россия под санкциями. А если вдруг Роскомнадзор без объяснения причин, скажем, какие действия, что, чем он может помешать? Мы вообще теме? К России, кроме участников, Олег, вообще не относимся. Сервера у нас не российские. Сервер у нас стоит в Нидерландах. Регуляции у нас нету. Ну, вот возможно, почему с Украины, я знаю, что не могут зарегистрироваться. Кто-то не может, кто-то может. Ну, вот сказали, вроде бы, может быть, заблокировал там регулятор. Я даже не понимаю, если честно, я вот это не в курсе. А то, что ну, так, мы не... вообще вне. Да надо будет, мы разобьем сервера, сделаем их децентрализованными, чтобы в любой стране невозможно было заблокировать. Ясно. Потому что, да, я с Украины, и, соответственно, я слышал, да. Телеграммы своего спонсора и не могу зарегистрироваться, значит, нужен VPN. И меня это смущает, вот такой момент. Ну я вот так... ребята пишут, что VPN работает нормально, а кто-то без VPN заходит, говорят. Я вот даже, честно говоря, не в курсе, как это. Ну, в основном с компьютера, когда подключаются, то VPN хорошо работает, с телефона почему-то нет. Наверное, еще подвязывается еще IP телефона. И... Да, с серверами сегодня обстоят дела очень, конечно, жуткие. Бывает, что если компания попала в поле зрения регулятора, он приходит, просто отключает сервер и говорит на проверку. И как он проверит, когда он включит, а у людей стоит бизнес. Поэтому есть решение, это мы потом обсудим, я поговорим, Алексей, позвоню с Александром, переговорим, покажу, что готовится. Децентрализованный блокчейн, куда можно будет переехать, возможно. Ну, в общем, короче, потом поговорим. Я слышал про это тоже. Александр, у меня тоже, если можно, Олег, извините, перебил, да, по-моему? Говорите. Я уже сказал, мы потом поговорим об этом. Все. Хорошо, спасибо, Олег. Александр, я тоже хотел вам, ну, как это сказать, проконсультироваться, что ли, вот, сильнейшие моменты вот, по поводу децентрализации, да, блокчейна, биржа, вот привязки вот, уже нашего проекта, да, я очень советую. Ну, можем отдельно, да, на эту тему. Угу. Дубай. Да. Знаю. Мы планируем тоже в Дубай продвигаться. Да. Ну, это сами... как это? Королевская семья, да? Скажем. Да. Вы в курсе, наверное. Конечно. Да, на эту тему, если что, можем поговорить. Хорошо. Я почему так говорю? Я партнер этой компании. Я понял. Спасибо. Хорошо. Давайте мы сейчас пока не будем здесь. Партнерства свои другие раскрывать, на это будет время и место. Вот. У нас сейчас здесь совершенно немножко другой разговор.
Да, да, понятно, все правильно. Просто я имею в виду, если на централизованном блокчейне, да, сервера, чтобы обезопаситься, да, лучше бы на децентрализацию перейти, да, в случае чего. Да. Хорошо. Друзья, если есть еще какие-то важные вопросы, давайте их зададим сейчас и будем закругляться. Мы уже 1:20 уже в эфире. Вот. Либо перенесем уже на следующий раз, либо давайте уже сейчас. Ну, сегодняшний, Алексей, хотелось бы материалы короткие, которые, говорит Александр, есть уже маленькие материалы, которые эти видеоролики, где пошагово показывается инструкция, как человеку с первого хода он зашел и начал первые кнопочки нажимать правильно, чтобы его смотреть первой информацией. А вот это видео будет следующим этапом, который вот сегодня мы записали, где он получит развернутый ответ Александра. Мы задаем вопросы от имени всех, не от имени себя тоже, потому что многие ребята здесь молчат. Но я думаю, мы зацепили все вопросы, которые волнуют большинство здесь, наверное. В принципе, основные вопросы, я думаю, да. Основные вопросы. Поэтому очень важно. Да. Я очень благодарен тому, что ты включился в эфир, в разговор, нашел эту кнопку золотую и включился. Спасибо. Записи вот этих пошаговых инструкций, они есть в основном чате, в закрепленных сообщениях, то есть можно заходить и все это там обнаружить. Что еще? Эту запись я обязательно тоже выложу в чат. Вот, можно ее там подрезать, начало и конец будет, наверное, или только начало. Да, ну там увидишь, где начало, момент, да. где почистить можно будет. Начало убрать там. А так живое общение, коммуникация такая, она очень классная, где развернуто Александр отвечает. Очень приятно вообще пообщаться. Да. Спасибо. Ну, смотрите, дальше будет интереснее. Я так полагаю, что будут возникать они вопросы через какую-то вот появилось что-то интересное. Без проблем. Да. Но это хорошо, очень хорошо. Для того, чтобы мы сразу можно плотно, как говорится, рука об руку двигаться. Всегда прямая связь будет, всегда. Отлично. Очень важный момент для нас, потому что у нас есть сообщество тоже мусульман. Конечно. Это первостепенно для нас очень важно тоже. Конечно. Если вы найдете какое-то объяснение вот этих вот. То, что любых вопросов касаемо работы системы, как это будет решаться, какие-то вопросы, любой вопрос, все вот решим вообще. Иншаллах. Без сомнений. Да, хорошо бы было, да, это было бы вообще прекрасно, двигаться легче. Ну все, в принципе, я, спасибо. По-моему, озвучил все вопросы, не знаю. Так, вопросики есть? Надо? Да, Денис. Конечно. Да. Будет ли интеграция сайта в Telegram-бот, потому что так проще будет? Сайт интеграция не нужна, потому что сайт будет работать на Солане. Сам Telegram-бот, само веб-приложение, это чисто под Telegram, поэтому как бы там нет смысла даже смешивать. В принципе, сайт, в общем-то, это будет то же самое, только более как бы усложненный интерфейс и другой блокчейн. Спасибо. Поэтому какой смысл в Telegram интегрировать Solana, наверное, и много вот этих окон, страниц, наверное, нет смысла. Окей. Ну что, тогда на сегодня всем огромнейшее спасибо, что присутствовали, что были, задавали вопросы, оживили нашу встречу. Вот. Тогда до скорых встреч. Да. Всем давайте, спасибо, всем хорошего вечера. Взаимно спасибо. Александр, спасибо большое за ваше время. Знаю, что время очень дорого, и этот час он дал хороший результат. Спасибо, Леш, тебе за то, что ты организовал. Я надеюсь, хороший стал для многих людей, которые начали понимать, что и как. Супер. Все, всем спасибо, всем до встречи. Все, ребят, спасибо, до свидания. До свидания.